Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в преддверии новогодних праздников проводятся мероприятия, направленные на пресечение реализации и изъятие из оборота опасной некачественной продукции. Мы работаем сегодня, в частности, по материалам Министерства промышленности и торговли Приморского края именно на то, что в данной торговой точке идет реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности. По результатам проведенных мероприятий, действительно, это обращение подтвердилось специалистами управления. Было изъято из оборота порядка 10 партий, общим объемом около 20 килограмм. Так называемую просрочку составили молочные продукты, сыры и полуфабрикаты. Продукция была изъята, а по факту нарушения составлен протокол. Сотрудники Роспотребнадзора просят быть бдительными перед праздниками при покупке продуктов. Не стесняйтесь обращаться к продавцу, если у вас возникли сомнения по поводу качества и происхождения товара. Воспользовавшись своим правом на предоставление информации и проявив бдительность, вы обезопасите себя и своих близких от возникновения отравлений и других инфекционных заболеваний. При покупке пищевых продуктов обращайте внимание на дату производства пищевой продукции, на конечный срок ее реализации, в каких условиях она реализуется в каждой конкретной точке. Не берите в предновогоднем ажиотаже ту продукцию, в которой сомневаетесь. Категорически запрещается приобретать продукцию в неустановленных местах, на торговых развалах, вдоль дорог и так далее. Это заведомо некачественная продукция, которая может привести к печальному исходу, потому что она реализуется, безусловно, без конечных сроков реализации, безусловно, без документов, подтверждающих качество и безопасность этой продукции, ее прослеживаемость и, конечно же, с нарушением требований технических регламентов Таможенного союза. Берегите свое здоровье, берегите себя и своих близких. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, новости на Восьмом.